Кондитерские изделия нравятся практически всем. И если раньше основным требованием к ним был вкус сладостей, то сейчас значительное внимание уделяется и эстетическим характеристикам. Если пирожное, торт или конфета имеют привлекательный внешний вид, то это вызывает желание попробовать их и оценить на вкус. Наталья, расскажите, пожалуйста, как вы стали кондитером? Эту любовь привила мне моя мамочка любимая. Мамочка у меня просто богиня. В сдобе. Она печет очень вкусные булочки, рулеты с маком, пирожки там с повидлом и с разными прочными вкусностями. И вот с самого детства я это впитывала ее любовь к этому всему, потому что на самом деле, когда она работает с тестом, она просто погружается полностью в этот весь процесс, и она просто отдыхает в этот момент. Что сейчас и происходит со мной. Вот, поэтому мамочка изначально, потом я этим, когда немножко заболела, стала сама печь, на школьные мероприятия различные, разные печеньки, рулетики, тортики, которые на ура просто расходились сразу же. Вот, а потом, потом просто пекла для родственников, для друзей. Все говорили, что это вкусно, почему бы не попробовать вот, чего-то большего достичь в этом. И тогда у меня зародилась мечта насчет того, чтобы пойти куда-то учиться профессионально. И узнала про школу Le Cordon Bleu, французскую знаменитую школу, да, кондитерского и поварского искусства. Вот, и решила, почему нет, почему я не могу. Вот, и поехала, да, учиться. Кондитерская Наталья Галат использует в своей деятельности новейшие достижения европейской и мировой кулинарии. Специалисты кондитерской стажировались у ведущих шеф-поваров Европы, что дало возможность получить уникальный опыт приготовления тортов, кексов, конфет и других кондитерских изделий. Наталья, можно ли считать школу Le Cordon Bleu меккой для кондитера? Ой, в школе было вообще удивительно прекрасно и замечательно. Это один из самых счастливых периодов моей жизни. Это было на самом деле здорово, потому что я даже не ожидала, что я могу как бы такие эмоции там получить, такие знания, такой опыт. Шефы у нас были французы, потому что французская кухня, французское кондитерское искусство. И они привили такую любовь к своему делу. Ну, как, то есть изначально эта любовь жила во мне, плюс это помощь шефов, но это просто было неописуемо. Потому что многие шеф-кондитеры, су-шефы, то есть те, кто связан с этим поварским и кондитерским делом, они как раз выпускники этой школы, потому что она дает огромную базу. Тот оплот, на который ты можешь опираться, потом и расти дальше сам. Я получила заветного медведя, потому что это, есть такой мишка, он в поварской форме, в униформе Le Cordon Bleu, отличительным там значком. Вот, и он дается трем лучшим выпускникам на курсе. Вот, я его получила. У нее очень интересные вкусовые сочетания в пирожных, и мне это все очень понравилось. Потом это всегда свежайшие, это ингредиенты высочайшего уровня, поэтому мы что в кофе за ценой не постоим, что пирожные должны быть такого же класса. Наталья, признайтесь, в чем секрет? Как вам удаются столь вкусные десерты? Наверное, потому что, во-первых, я вкладываю всю свою душу во все, что делаю. Неважно, пусть это будет сотое пирожное, пусть это будет тысячный торт, который я делала там много-много раз, и в том же самом исполнении, в том же самом декоре, неважно. На самом деле я кайфую просто каждый раз. Я кайфую от того, что я делаю. А когда делаешь с любовью, с душой, это получается вкусно. Неоспоримым преимуществом кондитерской Натальи Галат по праву можно считать предлагаемые цены, которые являются одними из наиболее конкурентных во Владивостоке. А развитый сервис доставки позволяет заказать торты или пирожные и просто спокойно ожидать, пока их привезут в указанное вами время и место.
Мы специально заказываем небольшое количество вариантов и всех по чуть-чуть. И у нас есть система ротации, то есть то одни виды, то другие виды. И специально заказываем по чуть-чуть, чтобы была максимальная свежесть. И первое, что отмечают гости, ну, кстати, визуальный ряд, потому что то, как Наталья оформляет свои десерты, это вкус. Это высокого уровня. То есть это не вот эта мастика, там лепнина, розочки и так далее. Вот смотришь на ее оформление десертов, и ты понимаешь, что это Европа. О натуральности могу сказать, что все, что я готовлю, все это на натуральных продуктах, потому что я не приемлю чего-то некачественное, заменителей чего-нибудь. То есть если это ваниль, это ваниль. Если это ром, это ром. Если это сливки, это не растительные сливки, это натуральные животные сливки. Потому что, ну, считаю, что нужно быть честным тоже в своей профессии. Французская и европейская кулинарная классика. Изящная и утонченная. Современные веяния, научные знания. Все это переплетается в творениях, которые с любовью создает команда кондитерской Натальи Галат. Сельдерей, он очень полезен, а пирожное с сельдереем полезнее вдвойне, потому что польза сельдерея – хорошее настроение. Вот. И минимальное использование сахара при этом. Сахар все-таки не очень полезен. Большого количества его. Вот, да, все это полезно. В чем-то вдохновляюсь на рецептах других шеф-поваров, известных шеф-кондитеров. Есть именно полностью авторские рецепты, очень известные в наших кругах. Вот, из книг черпаю вдохновение. Да из всего что угодно. То есть, например, на 23 февраля я проезжала мимо табачного магазина. Мне подумалось, 23 февраля, мужчины, почему бы не сделать конфеты с табаком? И мы сделали конфеты с табаком. Они очень вкусные. Наверное, я бы предложила попробовать пирожные, потому что их можно съесть больше, чем один торт целиком, и при этом можно 3 пирожных съесть и попробовать разные вкусы. Заказы принимаются ежедневно с 9 до 20 часов. Телефон для заказов 273 23 18.